Привет, дорогие друзья, сегодня сделаем шляпу охотника. Сложите прямоугольный лист пополам по горизонтали. Сложите еще раз по вертикали. Загните угол по краю. Согните верхний угол наискосок. Проденьте уголок внутрь. Сложите наискосок верхние два слоя. То же самое сделайте с обратной стороны. Расправьте изнутри. Шляпа готова. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!